Всем привет! Уже вторник. Очень-очень постараюсь сделать этот влог более интереснее. Короче, я уже пришла в школу, и сейчас у нас будет французский. Что ты там делаешь, Дементьев? Отвигу. Слушай, я очень давно хотела кушать. Мне очень хотела кушать. У меня болит животик, я хочу есть. А я искала Соню, а вот она. У нас сейчас уже идет русский, да, был звонок, но как-то нет учителя. Что, можно не сносить? Так, 5-й А, рот закрыли, Зиле. Мне сейчас нажал. Всем привет, сейчас я иду в школу. Не могу сказать, что сегодня плохой день, хотя нет, скажу. Сегодня плохой день, потому что у нас диктант по русскому. Окей, у нас сейчас перемена. У нас сейчас будет контроль на диктант. Диктант по русскому. Иди! У нас сейчас, Катя. Короче, технология. Круто. Катя. Соня. Катя. У нас запрет на мальчиков. Короче, я надеюсь, когда-нибудь на следующем уроке мы, по идее, должны начать готовить. Да. Мы будем бутерброды готовить вроде бы. Кто не умеет готовить бутерброды, идите к нам на технологию. Знаешь, он такой похожий? На меня? У нас сейчас французский год. Le 11 septembre, jeudi. Ensemble. Le 11 septembre, jeudi. Это типа сегодня число. Ça va très bien, merci. Ça va pas mal, merci. A, B, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M. P-A-N. N? N. Какой-то читал. Я смогу прочитать в таком темпе. Она, конечно, рассказывает. Сэра, сэр, пройдем. Уже проводим. Си, проблем. Провези си. Провези си. Турне. Парфет. Мерси. Мерси. Ки ва парле? Нормально? Как пишется? Писывается. Я записываюсь. Я закрыла. Ужас. C'est Strasbourg. C'est Orléans. C'est Orléans. C'est Dijon. C'est Dijon. C'est Lyon. C'est Lyon. C'est Limoges. C'est Limoges. C'est Clermont-Ferrand. C'est Clermont-Ferrand. C'est Marseille. C'est Marseille. Ой, боже, блин, я Короче, мы сейчас находимся на уроке биологии, и нам раздали штатив, хотела сказать. Микроскоп. Это кожица лука. Короче, мы очень долго разбирались с этим микроскопом, но наконец-то мы нашли эту кожицу. Познакомьтесь, это кожица лука.